Здравствуйте, видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 784. Несколько заданий. Сделаем первое задание. Найдем произведение. Чтобы найти произведение целых чисел, сначала смотрят, какой получится знак. Давайте проверим, какой знак получится, используя правило знака. Плюс умножить на минус будет минус. Минус умножить на плюс будет минус. Итак, получаем в итоге отрицательное число. Теперь умножаем. 20 на 5 будет 100, и умножить на 6 будет 600. Получаем минус 600. Минус 10 умножить на 3 и умножить на 4. Получим. И опять сначала посмотрим, какой будет знак произведения. Минус умножить на плюс будет минус. Минус умножить на плюс будет минус. 10 умножить на 3 будет 30. И умножить на 4 будет 120. Получаем минус 120. Следующее задание. Продумаем знак. Минус умножить на минус будет плюс. Плюс умножить на плюс будет плюс. Получим положительное число. Теперь умножаем. 2 на 3 будет 6. 6 умножить на 25 будет 150. Получим плюс 150. Используя правило знака, найдем знак произведения. Плюс умножить на минус будет минус. Минус умножить на минус будет плюс. Получим положительное число. А теперь умножаем. 4 умножить на 4 – 16. Умножить на 1 будет 16. Плюс 16. Если увидеть закономерность, то можно заметить, что если у нас в произведениях во множителях всего одно отрицательное число, то мы получаем отрицательное число. Если два отрицательных числа, то мы получаем положительное число. То есть, если у нас нечетное количество минусов, мы получим отрицательное число. Если четное количество минусов, получим положительное число. Давайте этим воспользуемся, чтобы найти последних два произведения. У нас здесь три отрицательных числа, нечетное количество минусов. Значит, получим отрицательное число и умножаем 1 на 10, и на 10 будет 100. Получаем минус 100. И последнее. Здесь тоже три отрицательных числа, нечетное количество минусов. Получаем отрицательное число. 5 умножить на 6 умножить на 3 будет 90. Получаем минус 90. А теперь сделаем второе задание. Каким числом, положительным или отрицательным, является произведение трех целых чисел, если одно число отрицательное и два положительных? Произведение трех таких чисел, в котором одно число отрицательное, а два положительных, будет являться отрицательным числом. У нас одно число отрицательное, нечетное количество. Б. Два числа отрицательное, одно положительное. Два отрицательных числа, четное количество отрицательных чисел. Значит, произведение будет положительным. И В. Все три числа отрицательные. У нас нечетное количество отрицательных чисел. Значит, произведение будет отрицательным. И третье задание. В каких случаях произведение четырех целых чисел будет числом отрицательным? Это может быть в следующих случаях. Если одно из четырех чисел будет отрицательным, или если три числа из четырех целых чисел будут отрицательными. То есть будет нечетное количество отрицательных чисел. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.